Добрейшего полденечка, вы смотрите прямую трансляцию с Олимпиады в Рио-де-Жанейро, летней Олимпиады, на которой сейчас проходит состязание по футболу. Великое состязание, где сойдутся топовые команды всего мира и все остальное. В общем, давайте посмотрим на эту кровопролитную битву. Поехали. Локотки против ноунеймы. Итак, локотки вроде вырываются вперед, но он ими перехватывает мяч. Какой перехват? Он его ведет. Гол! Гол в пользу ноунеймов. Давайте посмотрим, что же будут делать локотки. Итак, несмотря на все прочее, матч продолжается. Локотки обдумывают планы, становят Бахухи сбрасывать на ворота. Мы это перемотаем, чтобы показать самую настоящую суровость матча. И внимание, внимание, что будет делать Мукса Сиджей. Он умением телекинеза забивает мяч. Какая игра, какой гол. Самый лучший угловой в моей жизни. Плевать, что это не был угловой. Давайте посмотрим на это в реплее. Итак, мяч ведется по стенке. Это вообще великолепный мяч просто. И внимание, он бьет удар и гол. Такой игры я еще никогда не видел. Вы видели эти спецэффекты? Просто молнии шли из руки Мукса Сиджей. Джея, когда он использовал свой телекинез, насколько он настоящий волшебник. И вот он тут отбивает уже мяч ноунеймом. Они ведут его втроем, вратаря у них нет. Это очень рискованный поступок. Но давайте посмотрим, что они будут делать. Они забивают, они не забивают, это было очень странно. Мукса всех ускоряет, и где все остальные, неизвестно. Ноунеймы перебивают мяч, но забивают его в свои ворота. И, к сожалению, чуть ли не сейф, но походу Тинг становится на ворота. Отсюда мне сложно разглядеть, но нет, это все-таки был Тинг. Пак Хитсбрайт не сможет отбить мяч. Но Тинг хороший вратарь, он все защищает, а ноунеймы косоруки, и поэтому они не могут попасть. И, кстати, да, это первый в мире футбол, именно футбол, сокер, который, в который мы все играем руками и пушками. И, внимание, Пахкетс Брайс забивает гол, который мы пропустили. Давайте посмотрим на это еще раз. Мяч просто стоит, никому не нужен, и Пахка забивает гол. Очень красиво, очень все красиво. Счет 2-1 в пользу локотков. Но что вы все меня-то слушаете? Давайте посмотрим, каково вообще футболист играть на этом поле. Это просто охренеть, какой матч идет. Ваха пасует какому-то мадаку. У него он красный, поэтому мы не знаем, кто он такой. И прямо сейчас, спасибо, что бьете мои ворота, твари. У меня не получилось отбить мячик. Твои ворота, именно твои. Да, именно мои, не потому наши, что а я их защищаю. Я вот на это все деньги тратил, между прочим. 2000 рублей. А вы сколько денег на Overwatch потратили? Ой, вообще 50 тысяч рублей задонатил на новый кейс. Не знаю, чтобы выбить этот скин за Рино. А я 80 задонатил, чтобы просто открыть контейнер самый обычный, ты помнишь? Легендарку я помню, да. Да-да-да. Ты этот гайд делал. Ой, да что же вы все не можете? Куда поехал? Стой! Стой! А что ты открывать ты не можешь? Мухта, ты даун. Я вытащил всю игру! Ты, это не ты вытащил, да. Что? А, сэй, это я там отбил! Я же отбил. И мы с Вахой просто прибежали, выбили нахер мяч. В смысле? Ты на воротах стоял вообще-то. Ты на воротах стоял, идиот. Тинка, вот слушай, скажи, Тинка на воротах был. Ну, кстати. Сука, ты предатель. Ты предал меня. Вот сейчас я на воротах. Вот сейчас я на воротах. В этом вся проблема. Я не понимаю, куда он. Я не на воротах, только что за сейф сделал. Я тоже сейф делал. Я тоже сейф сделал. Тинк! А это кто-то из наших забил. Ваха! Я тоже сейв не сделал. Не, смотрите, каждый четвертый делает сейв. Фу, сейв не делал. Я сделал сейв Тинг, сделал Ваха, сделал... Ой, стоп. Кто ты, блин? Нам нужно один. Окей, вставайте на ворота, перестановка. Я сейчас их... Опа! На ворота кто? Все, я ворота, давайте, забейте. Окей, ладно, хорошо, я сейчас буду тащить. Нет! Я иду! Это было так близко. Сейчас забью. Ах ты, сука! Тинг! Хорош! Давайте, пожалуйста! Чувак, тащи! И нам казалось, что победа уже была в наших руках, но тут... Но мы не сдаемся! Мы будем мстить! После короткой рекламной паузы. Хотите накачаться так же, как и мы, приходите в качалку Блонд.